Здравствуйте, друзья. Давайте теперь посмотрим, как у нас разговаривает Ванесса Паради. Попробуем некоторые моменты за ней повторить и именно на интонацию обратим внимание. Ouais, très enfantine. И вверх интонация, да? И движение губ. Посмотрите, сейчас она задумалась. Ouais, très enfantine. Elle parle, она говорит о своем персонаже в фильме «Арнакер». C'est pas très têtu, très. C'est, je sais pas, très têtu, très têtu, tu, tu, tu. Вверх интонация и губы. У нее образуется такая небольшая воздушная подушка. Почувствовать сейчас мы еще раз почувствуем это, когда послушаем. То есть têtu. Все звуки образуются на кончике. Вот тут это называется преддверие рта. Мы с вами уже по фонетике это видели. Têtu, tu, tu. Можете себе даже на бока надавить вот так. Чу-чу, тре-те-чу. Если это произнести внутри, эффект будет уже другой. Давайте переслушаем этот момент. Je sais pas, тре-те-чу, тре. Тре-те-чу. Обратите внимание, у нее звук образуется между зубами и губами. Те-чу, те-чу. Давайте еще раз посмотрим. Je sais pas, тре-те-чу, тре. Тре, тре. Часто они очень, когда задумываются, говорят «э». И то есть... Даже когда у них происходят такие паузы, у них губы округлены. Мы говорим «а», мы говорим «э», это вообще, конечно же, не очень хорошо, но все-таки мы так делаем, когда задумываемся. По-французски задумываются они на «э», этот звук у них часто в конце прибавляется. И вообще многие говорят, что когда мы как раз-таки изучаем фонетику, чтобы говорить с акцентом, представляем, что как будто бы на конце всех слов это «э» есть. Как бы мы заканчиваем слово вот на такой «ы», даже если «ы» там нет. И у нас губы принимают эту форму. Давайте еще раз посмотрим этот момент. C'est pas très têtu, très, très, видите, она задумалась. Très carré, quoi. Très carré, quoi. Très carré. Челюсть опустила. И в этом моменте, посмотрите, во-первых, как она застыла. Вот надо нам тоже такое движение, такую артикуляцию уметь делать. Вот такой вот, когда губы вперед, и у нее там, мы этого не видим, но сейчас попытаемся с вами это услышать. Язык лежит очень плоско, и поэтому образуется очень много пространства, и звук объемный, плотный. Ка-ре. Если бы у нее звук стоял, если бы у нее язык был чуть повыше, то звук бы был такой немножко, ему бы что-то мешало. Давайте посмотрим еще раз. Elle est très carré, quoi. Elle est très carré, quoi. Elle est très carré, quoi. Quoi. И застыла. Voilà. Нет никаких резких движений в бока. Челюсть опускается, язык там опущен. Дальше. Tout est vachement, ouais, un peu. Ouais, ouais, un peu. Tout est vachement, ouais, ouais, très, un peu. Она сейчас просто описывает своего персонажа, его характеристики дает. Задумывается, интонация всегда вверх. Ouais, 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 ouais. Вот так надо повторять. Un peu rigide, même. Un peu rigide même. Un peu rigide même. Все, что она произносит, у нее на кончиках губ, в передней части рта. Если вдруг она это назад унесет, то это уже будет не французский. Ouais, ouais, un peu rigide, rigide, rigide. И какая? Не на «ы», не похож на нашу. Плотная, хорошая «и». Un peu rigide même. Un peu rigide même. Она как бы выдыхает. Un peu rigide même. Un peu rigide même. Попробуйте это на выдохе сделать, прямо чтобы здесь звук был. Un peu rigide même. Et ça s'arrange après. Et ça s'arrange après. У нее все это впереди. Корень языка и сам язык опущен не посередине рта, как у нас. Ça s'arrange. Ça s'arrange après. Она как бы на этой подушке воздуха выходит вперед. Mais ça s'arrange après. Как бы выпивание такое происходит. Ça s'arrange après. Давайте еще раз. Мы выдыхаем. Нам звуку ничего не мешает. Mais ça s'arrange après. И она еще губами так вот, немножко челюстью, как бы подбирает звук, он такой становится аккуратным. Mais ça s'arrange après. Ça s'arrange après. Ça c'est le la. Ça c'est le la. Видите, как губы? Все круглое и челюсть немножко вперед. Когда они челюсть немножко вперед выдвигают, воздуху больше места именно вот в этой части, и он выдвигается вперед, становится плотнее, и вообще вот весь звук формируется именно здесь.
Попытайтесь. Неестественно получается пока, но, по крайней мере, мы эту специфику звукоформирования немножко уже себе применяем. L'apparence. Движение челюсти. L'apparence. Послушаем еще. L'apparence. И ce qui peut être bien, ce qui peut être bien, немножко челюсть впереди. C'est qu'on sait que ça va se passer. C'est qu'on sait, ça va se passer. C'est passé, верхняя интонация. Mais comme ça se passe bien, on ne sait pas comment, et en fait, on est quand même jusqu'à la fin. Voilà, mais comme ça se passe, видите, вот немножко челюсть впереди. Не потому, что мы и других персонажей посмотрим, людей, они тоже говорят очень часто, вот не очень часто, практически всегда, вот этот вот, у них есть небольшое вот такое выдвижение вперед, и звук весь здесь. On est quand même content que ça se passe, même si on sait que ça... Ouais. C'est fragile, une comédie. C'est fragile, une comédie. Vous tiagouetez. C'est fragile, une comédie. Dit, je trouve ça... Dit, et après, c'est hein? C'est fragile, une comédie. C'est plus fragile que quand on se déchire. C'est plus fragile quand on se déchire. C'est plus fragile quand on se déchire. Voilà. Donc, c'est более такое... Хрупкая материя, чем нежели когда друг другу люди разрывают фильмы и так далее. Она говорит о том, что комедия более такая тонкая субстанция. Видите, как она? То есть это вот даже, чтобы так сделать, это нужно, чтобы вот точка соприкосновения губ была вот именно самая такая дальняя, да? Давайте еще посмотрим. Попробуйте так иногда делать. Движение вот этого губ, когда смыкаются они в вот этой крайней точке. Видите, c'est un peu confiant, c'est pas toujours. И тут надо чувствовать, что язык у вас внизу касается вот нижних зубов. И он лежит очень плоско, не мешает. Давайте еще раз послушаем, учитесь этому. C'est un peu confiant, c'est pas toujours. C'est un peu confiant, c'est pas toujours. Si j'en fais toujours, si je... J'en fais toujours, si j'en veux en faire, si je veux en faire. Faire. Здесь, не внутри, faire, а faire, здесь, на конце. Je veux en faire. Ouais, je veux en faire. Et она выдыхает. Je veux en faire. Звук образуется только здесь. Faire, je veux en faire. Toujours voulu, ouais, c'est... J'ai toujours voulu. C'est flou, mais... C'est flou, mais... C'est flou, mais... Ben, ouais, c'est comme ça, enfin, c'est faux. C'est comme ça, c'est comme ça, oui. Qui a un désavantage à avoir la chance de faire ces deux métiers, qui est la musique, le cinéma. Mais... La musique et le cinéma, cinéma. Voilà, как губы работают. J'ai pas tellement envie de choisir. J'ai pas tellement envie de choisir. J'ai pas tellement envie de choisir. Попробуйте это вытягивать. То есть вытягивание, дыхание, губы, челюсть вперед. И voilà.